Nice. Against Nikes, Inch, I think I want to go bot. Surprise, motherfucker! Ну все, будет веселуха, ребят. Давно не было такого вдвоем на миде, там все дела. Ну нормально, нормально бахает, нормально. Не добивает еще половину. Вышел сатир, так-то не было нас двоих. Мы что ему сделали? Ничего, а так. Так, раскидали ему. Хули ты думаешь, я сдамся, что ли? Вы промахнулся. Ёбаный в рот, второй сатир. Так, ладно, пойду домой прогуляю. Все. Так, ну теперь у меня появился уже ботинок. Это хорошо. Это отлично. На снизу там вообще делать нечего. Что я пошел обратно на мид? Заснул снайпера, там все отлично, судя по всему. О, это ты зря, блядь, это ты зря, Энчантрас. Это ты охерительно зря. Да, нет, не обязательно. Еще курицу убили. Surprise, motherfucker! Дай мне хоть добивать, варвар. Ну, два ствола, все нормально. Эх! Это заебись. Ой, блядь.
вообще какая разница, кто где стоит? Ну, представь, что ты просто насосал мид. Представь, что я не знаю, я был суппортом, у меня тоже все было не очень здраво. Качаешься, я экспу получаю, вроде нормально. Точнее, добиваешь крипчиков. Давай, тоже. Давай, покликаем, покликаем. Я тоже люблю кликать. Там совух начинает свое шоу. Так, если парень ливнул, то в целом я могу занять его место. Жить, жить, жить. Ой-ой-ой, как удачно летает эта хрень. Ёб твою мать. Какая жесть. Так, попробуем. Блин, а нахрена вышел только снайпер, мне непонятно. Так, сейчас мы с ним сделаем грязь. Ёб твою мать. Здорово, лич. Этого я не мог ожидать. Так, ладно. Возьмем вот это. Вот это. Полетим вот сюда вот. Кто у нас летит? Киска. Маги тебя вообще что ли нету, да? Прилетела у него только стрела по дефиле.
Квидич, 10 левел. Найк с медасиком. Нормально, в общем. Так, пора мьютить, его мне заебал. Мека лич, ну, а чё тут еще подумать? Вообще, я не знаю, это, по-моему, уже не ко мне, то что снайпер с линой так жестко проебали линию личу. Так что, по-моему, кем бы я был, блять, это особо роли не имело. Вот эта вот хуйня бы вышла жесткая. Найк с мидасом, все у всех хорошо и вообще без разницы абсолютно. Не, ну типа некролитом я бы обоссал, лича это 100% информация, но, блять, он берет снайпер и идет на легкую. Это уже, опять же, не ко мне, извините. Пойду вот в лесу потусуюсь. Что же делать-то? Сатирчиков помучаю немного. Грязь, грязь, грязь. Форстав, что ли, какой-нибудь сделать?
Блять, ну нормальное использование лича, да, точнее. Surprise, motherfucker! Жалко только фраг не мой. Восстановил бы сейчас ману хп. Дальше бы лесу качался. Так придется пулить и ждать, тупить. Так, ну тут парень приехал. Вот. Проанализируем ситуацию, пожалуй. Значит, 63 хп, импетус. Значит, 76 плюс 6 урона, 82 плюс импетус. Ну, урон же где-то здесь 400, 450. Значит, 50% дэмэджа в дистанции. Это значит, плюс 60. Дополнительно очень много отойдет. Возможно, 65-70. И тычка лича на 83. Нет, я не досчитался что-то. Но я был близок. Хотя, значит, я просто очень плохо знаю рейндж. Здорово. Пацанов варды в нашем лесу просто так, без блудсикера. Так, ладно, надо здесь, наверное, ПТ-шку брать себе. Вообще, ее нужно было раньше еще взять, я мог ее еще на меда взять, с меда, но тогда бы у меня не было бы стиков. Живет, живет, хилится, живет. Раб отпушиваем еще, ёб твою мать. Нормально все, нормально. Че, они думают, выиграли уже? Да хер там было, ща мы им покажем. Только у них варды в лесу нашем. Мне может прийти инча и отпенетрировать меня. Ничего страшного, нормально. Варды, кстати, собью. О, полтишок не лишний. Гем уже. Против кого гем-то? Просто так? Да ладно, а где вард? А вот он сломался уже. Да, действительно, что-то не хочу туда идти. Так, ну, кто ливнет? Победа важнее, ребят. Ну вот. Вот они, камбэки. Он лоу приорити получил. Блять, если мы выиграем эту катку, то я не знаю, что будет, ребят. Это просто будет пиздец. Но как Тинкер... Ой, йоу-воу-воу-воу, гайз, 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 гайз.
Так, нормальная тема. Так, а у меня есть 1000 голды, но это на самом деле попахивает этим Staff of Wizardrime. А там что-нибудь придумаем уже. Так, здесь я извиняюсь, не помогу. Не моего ума дело. Блять, давай еще ты нафить. Чего бы нет-то? Так, может быть, и нам спот мой тогда тоже закинуть. Так-то, походу, неплохая очень тема. Так, Шторм. Ну, блядь, мы с тобой оба с меда, закуп примерно одинаковый, так что давай биться. Давай с тобой биться. Ты хочешь влетать на меня, Шторм? Или не хочешь? На, в ебучку. Так, вот так где-то пошла, наверное, парадская. Надо правее отходить. Нет, она не пошла, но она могла бы пойти. Собаки. Давайте, ебашим их, ебашим. Факты появляются, все нормально. Так, ну ладно, здесь не засейвить особо, даже глиф нет смысла вязать. Блин, а вот товарищу с гемом на самом деле было бы неплохо остудить. Так. ГДЖ. И вот он-то вырок, нет, нет, сейчас упадет. Зарядишь ему. Аппарата сейчас полетит куда-то, очевидно. Блять, это от меня сожрал. Я вообще, конечно, мог бы там сидеть, наверное, может, ульту бы нажал, потом я ушел, но я что-то, ладно, сплоховал, бывает. Ульта аппаратская меня сильно контрит. Регенов. Ебать, сколько вардов. Так, надо форсик и гост старить. Потом агони, может, какой-то, если игра продолжится. Там в основном урон с руки, все. На мид пойду пешком, возможно, надо будет на топ лететь. Так, шторм снизу, у нас снайпера не нападает, это хороший знак. Хотя для меня это плохой знак. Так, Яша у него уже. Ну, вардов у нас в лесу нету, можно там у него фармить.
тефить и особо не помощник, поэтому как-нибудь сами, парни. Или у вас еще варды есть? Скажите мне, что нет, пожалуйста. Сейвы. Качественная игра, качественная. Ух ты, уёбок. Так, ну да, теперь не помешает госкептер, потому что тогда я смогу еще на Найкса забить на время. Да и на шторма, в принципе, когда он врывается, арчида у него не будет никогда, скорее всего, в этой игре. Благо он ливнул, заруинил, зарепортил, заабадонил. Все сделал. Очень плохой парень, короче. Thanks, bro. Так, тут у нас что? Да затрахали эти кентавры, дайте что-нибудь нормальное уже. Сатирчики там, я не знаю. Ну, вообще, в принципе, все. Так, сатирчики мне нравятся. А, ну и волки хотя бы. Блять, это ж гем. Так, ну ладно, гем мне отдали, это хорошо. Лишний раз убить шторма всегда приятно. Так, ну на меде, мне кажется, ты не успеешь, чувачок. Так, ладно, ГОСТ есть. Шерн. Дальше говорил аноним. Аноним тоже сильно поможет, потому что враг не сможет байбекаться. Предположительно, Найкс. По сути, там один единственный герой, который делает грязь, ну, который будет неприятен, как минимум. Surprise, motherfucker. Так, а вот те самые... Русики. Ага, хорош.
Снайперок. Проблемки у него надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Немного не успел. Ой-ой-ой. Регинится на фул, еще может какие камбэки устроить. Мне, в принципе, насрать на него. Так, гем мы по-прежнему не отдали. What a play. А, это было бы шикарно. Ничего он не влетает. Он засел, что ли? У нас так-то и снайпер с артефактами. Так, это все голем, это твои. Разделение обязанностей. Нормальное. Это я не против. Сначала убили бы. Так. Да, гоним, конечно, нужен. Блин, у нас и Лина так-то получает что-то. Не, ну шторма мы четко, конечно, на меде унизили, это вообще прям. Хотя, вообще-то, здесь очень нормальная тема, это сделать Этериал. Я, пожалуй, так сразу и сделаю. Это очень недооцененный артефакт, и вообще довольно-таки полезно. Он по статам неплохо дает. И вот эта вот возможность задекрипить своего тиммейта, особенно когда против тебя играет Найк Шторм, инча та же. Это очень нормальная вещь. Плюс реально артефакт не такой дорогой. По сути своей после госкептора он стоит всего 3300. Гост это как обязательный атрибут для многих героев. В многих ситуациях. Вот. И пока я пиздел, меня взяли. Ну что ж. Тогда можно продолжить говорить. Точнее говорить. Конечно же говорить. Вот. И гост стоит всего... Напросто всего, короче, 3300 голды получается. А дает он неплохо. Даже те же 40 ловкости, это приятный бонус, я вам скажу. Бьет быстрее, это армор, это около... Сколько там получается? Около 6 армора. Скорость атаки. Да и вот так будут на X-бомбу делать какого-то тинкер. Я могу его засейвить легко. Вот у нас Яши почти.
Я что-то тоже не хочу туда заходить. На, ну вон они снизу показались. Так, вот они геммы дали. Можно было как-то побезопаснее это все сделать. Мана собирается врываться там. Тинкера вот скоро будет этот. Хекс, тогда дело пойдет. На миде. А с кем еще может быть на X-бомба? С кем угодно. Лич уходит, на X уходит оттуда. Отлично. Можно добить Этериал. Не, на X вернулся. С ганимом бьет ведь. Или не убьет? Не, не убьет. Блин, очень хочется Этериал. Вот и он. Если я прям сейчас не сдохну, хотя сомневаюсь. Надо держать пока... А, момчик. Нормально. Волка взял. Бать, что творят. Байбек-то у нас нету, да?
Блять, шторма не мог дать просто ульту. Какой дерзкий Найкс. Ай, блин, если бы не сдох Тинкер, конечно, дефили бы сейчас в сторону, было бы все не так плохо. А так, опять же, попахивает говном, как и всегда на самом деле. Последнее время только такой запах и чувствуется. Так, ну надо брать на Экса. Это я напрасно. Так, ну снайпер getting fat, что называется. Что ты думаешь, Тинкер? Если, значит, катку я тебе руинил, значит, я не буду тебе помогать по игре. Не думай так. Все в порядке. Мне так же, как тебе нужна победа, брат. Хотя какой ты мне брат, уебок ты. Беру Тинкера, иду в мид, неважно кто, куда нажал, поставил. Блин, я... А, нет, ну так пэбэк должен быть уже. Вардов нету, понял. Так, ну 100 секунд. Неужели тогда гонима нет? Не было. Кстати, я, блядь, денег заработал. Уже можно задумываться о гониме.
Так, можно его размьютить, пускай он скажет, какой ты молодец, не короли ты, как мы с тобой охуительно унизили этого... Как его, блядь? Шторма на меде. И сейчас ты меня сейвишь, форстафишь. Кстати, если бы его убил Барашан, я думаю, он был бы недоволен немного. Ну, мне-то какое дело. И крепочка оставляет, ну... Ребят, в знак благодарности, в знак благодарности. Найкс до сих пор в таверне, он просто кайфует. Плюс 30% дополнительного времени в этом убожестве. Ну, кайфуй, кайфуй. Правда, там линка скоро появится уже. Что, ни хрена себе. Что это? Surprise, motherfucker! Конечно, тоже не помешал бы аганим, но, блин, байбек-то очень важно. Кого у нас? Да, Егис. Ага, у этого, у Тинкера байбека нету. Может, тоже, блин, такой замутить? Хотя, блин, мне реально нужен байбек. Если додумаются на меня врываться и убивать, то вот это будет плохо. Линка нынче. Все для команды. Ну, я линку эту буду сбивать, предположительно, форстав. Так что все будет нормально. Ну, это опять же предположительно. Так, ладно, что дает неагоним? Кулдаун не уменьшает. Манакост не уменьшает. Только мультиплеер дэмэйдж. И байбекаться нельзя. Но пока нам это не особо нужно, потому что если мы на базе кого-то убиваем с ульты моей, то там в любом случае, даже если парень байбекнется, он, по идее, быстро не прилетит. Только если у Найкса тервела, тогда он, возможно, захочет два подхода. Нет, рывулов нет, он Тараску себе купил. Хорошо стоим. Surprise, motherfucker! Так, кошка пускай первая заходит в дом. Так, Найк сверху, надо ловить кого-то. Блин, стрела это палево, конечно. Никого. Снайперу ебали таким. Причем сделали это повторно.
Вот зачем нужен лагбэк? Это мне что ли, блядь? Охуительно. Да, там даггер у Найкса. Ну и агонима мне не видеть. Я не понял, почему там не сдох Шторм, он был под маску Мэддесом, там у него вроде было вообще хуйня хп. Что-то пошло не так. Раз еще. Охренеть, он же трес. Мог бы выжить. Блять, у меня был байбек, и надо было выживать. Что-то затупил, блять. Мисклик. Так, и у меня 60 секунд еще не будет, да? Хуёво. И снайпер 40. Блять, это ульта лича, конечно, так ебало мне оторвало. Причем даже без агоним. Он просто летал в меня в снайпер, в меня в снайпера. И теперь уже, когда деньги на гоним появятся, судя по всему, мне опять надо будет оставлять на байбек. И Найкс так-то только на меня сейчас хочет рваться, потому что я, наверное, единственный, кто сейвлю от всего этого говна. Так, а мне бы таки заработать, на самом деле, все-таки на гоним. Так. Вот это то, что я чего и боялся. Потеряли только Лину. Не так плохо, но было бы хорошо, если бы еще Найкса убили. Так, Найкс без агонима. Ой, без Егиса. Это
Хорошо, только, блять, кого будет рваться шторм? Ну, наверное, снайпера. Его и надо будет подсейвить. Так, ну Тинкер вроде как выжил. Это главное. Так, континья. Тувров у нас нихуя не осталось. Ну да, и вот надо на байбек оставлять теперь уже. Хотя... буду без байбека. Жаль. Но на него даже не особо хотелось ли тут тратить. Все-таки нам может сильно порешать очень. Даже не то, чтобы порешать, а игру выиграть может. Блять, ну дамажить сейчас некому, конечно. Так, до снайпера до пизды секунд, 37 секунд. Надо... Не, нет дефи, тинкера нет. Блядь, снайпер просто взял, сдох перед концом. Ой, блядь, ладно.